Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте выполним. Упражнение номер 2 на странице 66 рабочей тетради по математике для 4 класса. Автор Маром. Используя устные приемы вычисления, найдем значение данных числовых выражений. 70 плюс 630 деленное на 7 умноженное на 10. Сначала выполняем деление. 630 разделить на 7 равно 90. 90 умножить на 10 равно 900. 70 плюс 900 равно 970. 450 плюс 900 деленное на 10 и деленное на 6. 900 разделить на 10 равно 90. 450 плюс 90 равно 540. 540 разделить на 6 равно 90. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.